Задумывались ли вы когда-нибудь о древней практике использования янтр, сложных диаграмм и композиций, используемых в индийских духовных традициях? Этому вы можете научиться на курсе Евгения Малиновского «Графическая магия». Вы поймете, как работает эта древняя технология, сможете сами создавать янтры и использовать их для улучшения своей жизни. А теперь давайте окунемся в увлекательный мир янтр и поймем, как они работают. Слово «янтра» пришло к нам из санскрита и означает сложную структуру или механизм. Янтры могут принимать различные формы, от круглых мандал до квадратных или других геометрических форм, каждая из которых представляет различные аспекты человеческой жизни и опыта. Но как действуют янтры? Ответ кроется в принципе воздействия изображения. Подобно тому, как мощная картина может вызывать эмоции и изменять наше эмоциональное состояние, янтры призваны оказывать специфическое влияние на наше сознание и восприятие. Янтры создаются по точной технологии, основанной на древних традициях и современном понимании. Это не просто случайные изображения, а тщательно созданные конструкции, соответствующие строгим правилам и методам подготовки. Эта технология основана на идее, что нашу жизнь можно разделить на 7 отдельных областей внимания, символически представленных планетами. С помощью янтр мы можем перенаправить внимание на определенные области нашей жизни, которые мы хотим изменить. Это как настройка приемника на определенную частоту или канал, позволяющую нам воспринимать аспекты реальности, которые мы раньше упускали из виду, и воздействовать на них. Например, сосредоточившись на планете отношений с помощью янтры, мы можем внезапно лучше осознать динамику наших личных связей, что побудит нас сделать позитивные действия для их улучшения. Сила янтр заключается в их способности изменить нашу точку зрения и открыть глаза на новые возможности. Это не магия и не мистика, а рациональный подход к использованию невероятного потенциала нашего внимания и намерения. Итак, стремитесь ли вы к личностному росту, расширению творческих способностей или более глубокой связи с духовным миром? Изучение мира янтр может стать преобразующим путешествием. Раскройте внутреннюю магию, перенаправив свое внимание и воспользовавшись силой этих древних инструментов. И позвольте представить Евгений Владимирович Малиновский. Более 20 лет он на практике исследует эзотерические традиции Индии, Тибета и Китая. Он начал изучать санскрит в 2007 году у санскритолога Игоря Анатольевича Святополка-Четвертинского. 3 года Евгений Малиновский учился у санскритолога с мировым именем, выдающегося ученого Вагиша Шастри в городе Варанаси, Индия. С 2017 года Малиновский преподает санскрит и смежные дисциплины и является автором курсов и методик быстрого освоения языков и систем традиционных знаний. Он в разной степени говорит на 23 языках. Также он является создателем информационного проекта «Пурва Марга», что в переводе с санскрита означает «древний путь», и руководителем индивидуальных и групповых коучинговых программ по комплексному развитию способностей человека, интуиции, творчества, духовной и интеллектуальной деятельности. За последние годы автор подготовил и провел более 70 онлайн-курсов по эзотерике, джьотиш-астрологии, бадзи и другим направлениям. Откройте для себя purvamarga.com и получите эксклюзивные знания от Евгения Малиновского.